с той же сказки, как бы продлить, чтобы удержаться у власти. Конечно, мандат всех избранников истекает 5 июня. 5-го. Да, вот мандат мы дали этим избранным до 5 июня. Да, по закону там в течение 3 месяца надо организовать выборы. Выборы. Вот сейчас появилось это якобы не готово, что-то. А чем занимались 4 года? Они что, не знали, что с этого года пойдет по новой формуле, да, надо было в муниципии Кишинев уже, чтобы были примары в каждом секторе. Они что, сейчас вспомнили? Они почти 5 лет за что деньги получали? Там же есть комиссия по местному самоуправлению и так далее, и так далее, и так далее. Что касается на осень, якобы опять реформировать, поводом якобы неизвестно, чем будут это заниматься. А если будет реформирование опять в Жудецах, они сегодня знают, чем будут заниматься? А кто за летом будет это все будет разрабатывать? А как это целый год людей без полномочий? Да? Какова будет законность принятых ими решений? Какова будет законность? А это же Конституция. Ну, давайте менять Конституцию, ребята, там написано периодичность выборов и так далее, и так далее. То есть это с точки зрения целесообразности политической партии, которая у власти, а с точки зрения закона и Конституции никакого обоснованности нету. Второе, надо подготовить это. Да, могут быть Жудец и так далее, но это готовится не за 3-4 месяца, надо хотя бы 2-3 года. Это все подготовить, учитывать. У нас же уже был этот experience, да, или, скажем, пример, когда были Жудец, они не знали, чем заниматься, да, они 2 года больше не знали по кабинетам, по каким люди там 4 района в 1 Жудец не знали, чем заниматься, потому что опять вопрос не был подготовлен ни финансово, ни организационно. Поэтому очень целесообразно сейчас проводить выборы, как оно есть по закону, а после выборов действительно подготовить законопроект о административно-территориальной реформе с компетенциями, потому что там надо менять очень много законов, порядка 50 законов, и в финансовом плане, и в организационном, территориальном, полномочий и так далее, и так далее, и так далее. За год однозначно невозможно, тем более при работе данного парламента, невозможно будет. И мы опять, если это, пойдем по этому пути, подойдем к местным выборам неподготовленными, и мы потеряем время. Просто потеряем время. В угоду кого? В угоду, чтобы кто-то опять держался у власти. А потом еще есть вопрос по муниципии Кишинев и муниципию Белц. Есть у них статус муниципия, а дальше, ведь же был статус муниципия Кишинев, он не действует, надо вернуться к нему. Это тоже вопрос. Поэтому я считаю, что нет никакой необходимости, ни целесообразности, ни по закону отложить проведение выборов, хотя уже парламент якобы высказался, нет никаких, а тем более организацию органов местного самоуправления нельзя, не подготовлено ни организационно, ни финансово. Поэтому это будет очередная ошибка, и это будет только потеря. В течение 3 месяца все в рамках закона, да? Вот июль, август, сентябрь, да, вот в течение 3 месяца. А если на год надо обосновать, это как? А как люди без полномочий, еще раз возвращаясь, как эти органы будут принимать какие-то решения, когда у них полномочия истекли? Элементарно, юрист какой-то элементарно может ответить на этот вопрос, как органы, не имея полномочий, могут принимать решения. Поэтому ни к чему, надо провести эти выборы в июне месяце, в июне месяце или в июле, и подготовить этот проект, если хотят, но его надо обсуждать. Это и есть процедура обсуждения этих очень важных, ведь же есть и ассоциация примаров. Есть очень много людей, которые имеют предложение, как это очень важный документ, потому что и так 80% наших единиц местного самоуправления, они на дотации. 80% нищих,
которые, если бы центр не дал бы деньги, они просто умирали бы, эти примарии. И очень важно, что им деньги неоткуда брать. У них это налоговая база, нельзя расширить ниоткуда. Там просто в селах умирают эти села, некому платить налоги. Там предприятие не идет, бизнес не идет. И тогда можно сказать, слушай, а в чем, собственно говоря, что-то изменится? Те же люди останутся на месте, что? Появятся деньги, деньги откуда появятся? Денег надо зарабатывать. Никто их не даст просто так, и мы должны их зарабатывать. То, что это подарки нам дают, это до поры до времени. Мы должны научиться зарабатывать деньги. Это для того, чтобы эти политические партии больше удержались у власти. То есть это такая комбина, которая им что-то даст, какое-то преимущество, и не более. Это далеко, что в интересах гражданина и так далее, и так далее. Далеко не так. Я во всяком случае не вижу, если в интересах граждан, надо это все сейчас власть, чтобы работала на местах, в примариях, в районах, а там же пусто. Если действительно они позаботились бы о гражданине, надо там работать организационно, какие-то финансовые льготы, банковские кредиты. Посмотрите сельское хозяйство, в каком плачевном, да? Министр сельского хозяйства получил орден и ушел. А сельский тружник сейчас все плачут. Они не знают, сейчас чистить сады или нет, да? Обработать эти сады или нет смысла, потому что некоторые сады остались неубранными. Неубранными остались, потому что не было смысла убирать этих яблок. Да? Вот дай бог, чтобы, может, откроется этот рынок в России. Они все остались в проигрыше, и по большому счету эти субвенции и так далее, и так далее. Сейчас почти никто не хочет заниматься сельским хозяйством, потому что очень многие работают в убытке, они тратят свои деньги, свое время, свое здоровье. Поэтому, если государство хочет в самом деле заботиться, и в том числе через эту реформу административно, то там в территории посмотреть, изучить и предложить какой-то вариант, какую-то модель развития наших сел и отраслей. Только так я вижу. А так просто делить туда-сюда, чтобы остаться у власти, это малоперспективно.